Так что неприятно. Просто я здесь рисую, она внизу пишет. На дно. Если я, например, купил 10 тысяч единиц, какую сделку я должен совершить, чтобы закрыть вот эту сделку? То есть я купил, например, 10 тысяч долларов. Я должен их продать, да? То есть если я, соответственно, продаю здесь продажа. Если я продам 10 тысяч долларов, то логично бы, чтобы моя сделка закрылась, да? Так, одну секундочку, я просто хочу здесь что-то в настройках сделать. Хорошо, если я совершу сначала эту операцию, потом эту, у меня в платформе будут два, практически две позиции. Первая на покупку, вторая на продажу. И эти позиции называются встречными. То есть вот эти ордера называются встречными. Я понимаю, что это не очень логично вам кажется, но мы это сегодня увидим в торговом терминале. То есть, совершая одновременно сделку на покупку и потом на продажу, у вас открываются вот эти встречные ордера. Первая особенность. Вторая особенность. Чтобы, соответственно, закрыть первую сделку, не нужно было бы там продавать то же самое количество. А там есть такая специальная кнопка закрытия, close. Просто нужно выбрать вот эту позицию, и путем этой кнопкой вы закрываете вашу сделку. Мы это сегодня протестируем. То есть есть специальная кнопка для закрытия сделок. Не нужно просто обратной операцией ее закрывать. И следующая, последняя характеристика. Есть возможность частично закрыть вашу сделку. То есть вас никто не обязывает полностью, например, закрыть свою сделку. Вы можете, например, указать, чтобы вы закрыли всего лишь, например, то здесь пишу вот такой крестик, закрывал не 10 тысяч, а, например, 3 тысячи из этих 10. И у меня останутся сколько? 7 тысяч, да? Если это в лотах, это сколько лотов? 0,07. Да, то есть здесь у нас сначала было 0,1 лота, потом я закрыл 0,03 лота, и у меня осталось 0,07. То же самое я могу и в будущем сделать. От этих 7 закрыть, например, там 1000, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. То есть помните, что мы вчера, когда торговали по графикам, мы говорили, сейчас можем закрыть там одну треть или половину вот таким частичным закрытием. Если это было понятно, ставим свои плюсики и идем дальше. Жду вашей реакции. Хорошо, вижу, что плюсики идут. Еще раз хочу протестировать мою ручку. Ну, очень странно. Просто неудобно писать, но надеюсь, что... все-таки все понятно, да? Коротко о отложенных ордерах. То есть мы рассмотрели особенности рыночных ордеров. Сейчас мы рассмотрим особенности отложенных ордеров. У меня два слайда, и потом мы готовы к перерыву. Закрывающие приказы, то есть отложенные закрывающие приказы, есть отложенные открывающие приказы. Закрывающие приказы это, соответственно, take profit и stop loss. То есть, если я, например, совершил сделку buy, это на покупку, и я ее совершил по текущей рыночной цене, то есть сейчас я принял вот эту цену, допустим, если мы рассматриваем некую пару, и здесь цена, например, 1.2550, то я могу отдать отложенный приказ брокеру. Отложенный, значит, цена отличается от текущей. И он откроется только, если график дойдет до этих уровней или до этого уровня, чтобы он закрыл мою сделку. Соответственно, я купил, я надеюсь, что цена пойдет вверх, да? Я могу отдать брокеру приказ take profit. Здесь пишу take profit.
по уровню, который находится выше текущего уровня. И вот тогда, если действительно цена пойдет вверх, то есть, если действительно цена пойдет вверх, он сработает в будущем, да? Давайте даже я напишу здесь уровень, допустим, 1.30. То есть по заранее указанному уровню моя сделка закроется. Ордер является отложенным. Это понятно, да? То же самое, если цена пойдет вниз, я заранее могу указать некий уровень, по которому я готов закрыть свою сделку, конечно, с убытком. И поэтому этот приказ называется стоп-лоссом. Стоп-лосс. То есть эти ордера являются отложенными, потому что цена отличается от текущей. И они являются, конечно, закрывающими. Если это было понятно, ставим свои плюсики. Почему закрывающие? Почему эти ордера считаются закрывающими? Потому что они закрывают заранее открытую сделку. Соответственно, если я здесь поменяю направление сделки, то есть у меня здесь была покупка, сейчас я перейду к продаже, sell, то тогда стоп-лосс будет сверху, take-profit будет снизу, да? Для меня будет выгодно при продаже, чтобы цена снижалась, соответственно, тогда у меня снизу будет мой take-profit здесь, а мой стоп-лосс, соответственно, будет сверху. То есть стоп-лосс всегда должен находиться выше текущей цены. Хорошо, вижу, что в чате идут плюсики, соответственно, я могу удалить вот эту информацию. И переходим, соответственно, к последнему слайду. Отложенные приказы. Следующие приказы, которые мы рассмотрим. На предыдущем слайде мы рассматривали закрывающие отложенные приказы. Сейчас у нас открывающие приказы. Они 4. У нас 4 вида. Сейчас мы с ними ознакомимся. Та же самая ситуация. Вот, например, некая валютная пара, которая находится на текущем уровне. Например, 1.2550. Если я думаю, что цена пойдет вверх, то есть, если я думаю, что цена пойдет вниз, здесь на уровне некой поддержки, допустим, это уровень 1.20, я думаю, что цена дойдет до этого уровня и потом развернется и пойдет вверх. По приблизительно этому уровню какой приказ я должен отдать? Конечно, отложенный, открывающий брокеру на покупку. То есть это некая покупка. И эта покупка называется buy limit'ом. То есть этот приказ называется buy limit'ом. Первый из них. Если, исходя из некого моего анализа, я ожидаю, что наоборот, цена дойдет до верхней части вот этого диапазона и оттуда развернется и снова пойдет вниз, какой приказ по этому уровню я должен отдать брокеру? На покупку или на продажу? На продажу. И этот приказ называется sell limit'ом. Вот он. Sell limit. Если я ожидаю, что наоборот цена, доходя до вот этого уровня верхнего, сделает прорыв и пойдет после этого вверх, этот приказ должен быть, конечно, на покупку, раз я ожидаю, что после этой цены цена будет идти вверх. И этот приказ называется buy stop'ом. Buy stop. И четвертый сценарий. Я ожидаю, что цена, доходя до нижней линии, сделает прорыв или пробой. И еще дальше вниз пойдет. Тогда по этому уровню, который я заранее указываю, отдаю приказ на продажу sell limit. Здесь пишу sell stop.
Хорошо, что вы меня поправили. Sell stop. Вижу, что в чате Кутепов Евгений всегда писал правильно. Огромное вам спасибо. Если это было понятно, ставьте свои плюсики. Конечно, если у вас здесь возникли вопросы, пожалуйста, задавайте свои вопросы. То есть мы выучили, что есть рыночные ордера, выполняются по текущей цене. И вторая группа – это отложенные ордера. Отложенные ордера бывают закрывающими take profit и stop loss. И открывающие ордера у нас являются вот эти четыре. Усачев Глеб спрашивает, а дополнительно, если я совершил сделку sell stop, могу ли добавить stop loss и take profit? Да, конечно. Вы по любой из этих операций можете заранее указать уровни вашего take profit и stop loss. Так как если они сработают, у вас сделка будет открыта уже, соответственно, stop loss, take profit будут закрывающими ордерами по вашей сделке. Да, мы это сегодня даже сделаем в торговом терминале МТ4. Что хочу сказать, если вы их перепутаете, то есть если вы хотели, например, совершить, я удаляю вот эту информацию, допустим, если вы хотели совершить вот эту операцию или вот эту сделку, вы должны указать, что это buy limit приказ. Но, допустим, вы его перепутали и указали buy stop по некому уровню, который находится ниже текущего. Наша платформа не примет ваш заказ. Там сразу будет написано, что у вас некая ошибка. То есть вы неправильно отдали приказ брокеру. Но есть другие платформы, у других брокеров, у меня это случалось, они с удовольствием примут вашу сделку и выполнят ее по вот этой не очень хорошей цене. То есть имейте в виду, что у нас сразу отображается, что, ну, что это неправильно, но, соответственно, есть возможность у неких брокеров, что сразу они примут вашу сделку. Так, одновременно можно ли buy stop и sell stop? Да, конечно, Мухаммед Чинмитхат. Вы можете отдать одновременно много сделок. Не только, например, buy stop, sell limit. Это же отложенные ордера. Сколько хотите, можете отдать. Мы это даже сделаем сегодня, чтобы вы увидели, что действительно одновременно можно много приказов отдать. Хорошо, вижу, что здесь никаких других вопросов нет. Соответственно, мы подходим к концу теоретической части сегодняшнего занятия. И я тогда перейду потихонечку. Оп. Графиком. То, что мы сейчас делаем? Я сначала просто покажу, как можно установить торговый терминал МТ4. Мы это сделаем и тогда сделаем 10-минутный перерыв. Вот главная страничка нашей компании. Практически, чтобы скачать вот эту платформу МТ4, которая является самой популярной на сегодняшний день в мире среди розничных трейдеров, то есть для онлайн-торговли, здесь есть много разделов у нас на страничке. Сейчас мы ищем вот этот раздел торговые платформы. Вы можете выбрать вот этот терминал MT4, MetaTrader 4 версия. Спускаясь вниз, отсюда вы можете ее скачать. Но вот что у меня появилось. Без личного кабинета оказывается, что на нашем сайте вы не можете скачать вот эту платформу. То есть вы заранее должны зарегистрироваться у нас, открыть личный кабинет, и уже тогда можете скачать MT4. Поэтому с целью хочу сказать, что, допустим, вы регистрируетесь, открываете личный кабинет. Вот я сейчас зайду в наш преподавательский личный кабинет. У нас здесь есть такой преподавательский личный кабинет. Вот я захожу в свой личный кабинет. Преподавательский, общий. И сейчас вам показываю, что сейчас я могу уже спокойненько скачать эту платформу.
заходя в раздел «Торговая платформа» и выбирая MT4 версия. Вот она, скачать. Сейчас уже все нормально работает. У меня сразу отображается вот это окно, да, сохранить этот файл. Так. Сейчас он сохранится, я его выполню. Вот он. Сейчас его запускаю. Я устанавливаю вот эту программу, то, что вы можете дома сделать. Создать ярлык на рабочем столе, открыть сайт MQL5 мне не нужно. Запустить программу после установки. И хочу вам сказать, что вы можете одновременно скачать несколько терминалов MT4 разных брокеров. То есть вы можете пользоваться одновременно услугами нескольких брокеров. Желательно, конечно, и правильно бы было, чтобы они сохранялись в разных папках, чтобы не произошел некий сбой. То есть я сейчас устанавливаю дополнительно некие терминалы, пишу 1A, BC, например, там, что это некая другая папка. Далее. Очень быстро выполняется установка торгового терминала MT4. Пока MT4 устанавливается у меня, хочу сказать, что без личного кабинета вы не можете у нас установить MT4. Соответственно, имейте в виду, что если вы один раз у нас зарегистрируете, в личном кабинете нет такой функции или нет такой кнопки «Удали мой личный кабинет». То есть вы уже не можете удалиться из нашей базы данных. Но ваш личный кабинет архивируется или сам по себе закрывается после 6 месяца, если на протяжении вот этих, на протяжении вот этого полугода вы им не пользуетесь и у вас в личном кабинете нет никаких денег. То есть если он в личном кабинете у вас нет никаких денег, вы им не пользуетесь в течение 6 месяцев, он сам по себе закрывается. Так что имейте в виду, чтобы вы мне не сказали когда-то: «О, вы нас не предупреждали, я открыл у вас личный кабинет, сейчас получаю некую рекламу на указанную мной электронную почту, не могу от этого, например, избавиться». Имейте в виду, что вы не можете практически удалить ваш личный кабинет. Вот сразу у меня установился вот этот MT4, вот как он выглядит. Сейчас я могу открыть уже демо-счет. В любое время вы можете открыть некий демо-счет. Отвечая на ваш вопрос, Усачев Г, в чем разница между MT4 и MT5, я не знаю. Я пока еще пятой версией не пользовался, поэтому не могу сравнить. Поскольку я знаю, даже у нас в компании пока еще никто ей не пользуется, хоть мы предлагаем пятую версию для демо-счетов. Что нужно сделать? Выбираете сейчас сервер Alperit Demo, то есть мы сейчас откроем демонстративный или демо-счет. Далее, новый демо-счет я открываю. Сейчас мне нужно заполнить здесь любое пустое поле. Вы указываете ваше имя, например. Что здесь важно сделать, когда вы открываете демо-счет? Единственное, вам нужно указать актуальный имейл, чтобы получить там контактные данные, пароль, логин и так далее. Следующее, это очень важно. Тип счета. Я выбираю, например, долларовый счет. Желательно, чтобы выбрать на демо-счете ту валюту, которую вы в будущем будете зачислять, когда будете открывать реальный счет. То есть если вы будете зачислять рубли, пожалуйста, сразу здесь выбирайте, что это рублевой счет, чтобы вы привыкли к рублевой торговле. Надеюсь, это понятно. Я выбираю доллары. Кредитное плечо. Выберите то кредитное плечо, которым вы будете потом пользоваться. Допустим, я выбираю 1 к 50. Давайте просто так я его выбрал. И лично от меня совет. Большинство новичков, когда выбирают сумму депозита, учитывая, что это демо-счет, здесь легко написать, например, 100 тысяч долларов, и да, вы действительно откроете такой демо-счет. И вы, например, там сегодня сделаете некую сделку, вам может повезти, и вы заработаете 1000 долларов, и поверьте себе, что вы очень уже прибыльный трейдер, что вы научились зарабатывать каждый день 1000 долларов. Поэтому я рекомендую сначала, когда вы открываете этот демо-счет,
зачислить такую сумму, которую в будущем и на реальном счете вы собираетесь там зачислять. То есть, если у вас всего лишь $340, открывая демо-счет, я тоже зачисляю всего лишь $340, чтобы привык к торговле, имея именно такую сумму. Это понятно? Если это было понятно, ставьте свои плюсики. Жду вашей реакции. Это очень важно. Многие новички иногда зачисляют там 10-20 тысяч долларов и говорят, вот знаете, я сегодня заработал там $500, вот я так могу жить. Зачисляют потом $300, открывают некие сделки и во время первых 2-3 дней доходят до банкротства. Так что нужно иметь в виду, что здесь нужно указать некую более реальную сумму. Далее. Вот я только что открыл этот демо-счет. Вы можете открыть много. Даже здесь Шаламов Никита написал, я так думал раньше. Вот видно, что это такая некая универсальная ошибка начинающих трейдеров. Я тоже и многие проходили по этому пути, так что нам это ясно. Можно откорректировать сумму на демо. Татаринцева Татьяна, теоретически нет. То есть, если вы уже открыли демо-счет, вы не сможете скорректировать эту сумму. Ни вверх, ни вниз. Конечно, вниз вы можете ее скорректировать, если потеряете эти деньги, вверх, если заработаете. Но самый грамотный вариант просто открыть новый демо-счет. То есть, Татаринцева Татьяна, вы просто можете открыть новый демо-счет. Я это даже сейчас вам покажу, как можно сделать. Я сейчас открыл свой первый демо-счет. У меня отображается логин, пароль и инвесторский логин. Можете их записать. Здесь есть кнопка «Готово». И вот у меня уже платформа подключилась к серверу. То есть видно, что здесь нет связи, когда платформа не работает. Когда у меня здесь вот эти зеленые такие столбики, это значит, что мы подключились к серверу и уже получаем вот эти котировки. Еще один раз вам показываю, Татаринцева Татьяна, и для всех, если вы хотите скорректировать сумму на вашем демо-счете, просто в разделе «Файл» есть такая функция «Открыть счет», заново делаете вот эту процедуру и открываете новый счет. Давайте даже я с целью это сделаю. Якубский Сергей, сколько раз можно открывать демо-счет? Ну, теоретически в неограниченном количестве. Вот я показываю еще один демо-счет, открою. Допустим, все то же самое, но я решил поменять свое кредитное плечо на 1:100. И просто сумма депозита, увидел, что у меня не $340, а $525. То есть вот скорректировал сумму депозита. Далее вот я снова открыл новый демо-счет. Готово. Что мы сейчас увидим? Видите ли, у меня здесь... слева вот такое окно «Навигатор». Я даже сейчас целью его закрою. «Навигатор» его снова открою. У меня здесь уже два демо-счета. То есть первый, который я открыл до этого, и второй, который я только что открыл. Да? Если вам некий из них не нужен, лучше его выбрать. Выбираете его, кнопку «Delete». Вы действительно хотите его убрать? Да. То есть в любое время вы можете удалить вот эти лишние демо-счета. Можно спросить, по какой стратегии вы работаете. Шаламов Никита, у меня своя личная стратегия по фундаментальному анализу. Сколько раз можно открывать демо-счет? Думаю, что я уже ответил. То есть, если у вас уже есть демо-счет, вы все это сделали, ставьте свои плюсики, и мы потихонечку подойдем к перерыву. После перерыва будем рассматривать основные функции вот этого терминала МТ4. Жду вашей реакции. Если вопросов нет. Так, вижу, что плюсики идут. Значит, сделаем 10-минутный перерыв. Там или 12-минутный. Хочу сказать, что после перерыва будем рассматривать вот этот торговый терминал МТ4, то есть основные функции. Встретили, как я вам обещал, через 10 минут возвращаюсь и продолжаем. Если вы все на месте и если вы меня видите и слышите, пожалуйста, ставьте свои плюсики в чате. Спасибо за ваш плюсик. Насеткин Андрей, понимаю, что все нормально с трансляцией, тогда продолжаем.
Я открываю свой торговый демо-счет. Торговый терминал МТ4, демо-счет. И давайте будем ознакомливаться с основными функциями. В самом начале вот эти окна, которые у нас отображаются всякими индикаторами, осцилляторами, думаю, что пора их закрыть, потому что они очень такие страшные. И внизу у вас есть такой терминал. То есть в любое время вы можете его открыть. Здесь, где раздел вид, терминал, либо его убираете, либо Ctrl плюс T, его снова открываете. Почтовый ящик. Вы только что получили письма с вашим логином, паролями и так далее. Добро пожаловать, уважаемый клиент. Здесь тоже хранится ваша контактная информация. А следующее, мы рассмотрим вот этот раздел «Торговля». У меня на балансе $525, или это именно те доллары, которые я зачислил при открытии демо-счета. Активы, здесь отображается, что у меня $525. История счета, что я сегодня в 18:27 по восточноевропейскому времени открыл вот этот демо-счет и зачислил $525. Сделок пока нет. Здесь всякие экономические новости, алерты. Можете, например, создать с некий алерт, то, что мы сегодня увидим. Здесь есть маркет, всякие такие новостные источники, сигналы разных трейдеров. Некие из них платные, некие из них бесплатные. Можете увидеть вот этот, например, сколько подписчиков, сколько средств. Это стоит $20, эти бесплатные. То есть это трейдеры, которые никак не связаны с нашей компанией, просто торгуют. И они предоставляют для своих знакомых или для всех нас либо платные, либо бесплатные сигналы торговые. Здесь библиотека есть, эксперты и журнал. Здесь вся ваша история, когда вы подключились к серверу, когда вы получили ваши котировки и так далее. Я пока позволю себе закрыть вот этот терминал, то есть я не буду его закрывать. Два раза кликаю здесь левой кнопкой мыши, и он сужается. Вот эти ленточки, которые я вижу, кликая два раза левой кнопкой мыши, терминал у меня открывается. Я закрываю вот этот навигатор, и у меня слева окно с котировками. Чуть-чуть его расширю, и у меня будут здесь практически все котировки. Символ, цена бит и цена ask. Что я сейчас делаю? Выберу одну из этих валютных пар, например, самую популярную, и открою новое окно или окно график. Вот оно, новое окно. Его расширю. Если вы это сделали, ставьте свои плюсики. То есть я закрыл все лишние окна, оставил всего лишь одно окно. Что сейчас можно сделать? Можно настроить, например, фон графика. Кликая правой кнопкой мыши, у меня всегда открывается контекстное меню. То есть я в будущем буду говорить, открываю контекстное меню. То есть не буду говорить, кликаю один раз правой кнопкой мыши и так далее. Могу убрать вот эту сетку. Вот она исчезла. Снова открываю контекстное меню. Или, пользуясь кнопкой F8, открывается вот это окно со свойствами. Здесь, где цветовая схема, я для себя всегда выбираю Black on White, черно-белые графики. Вот как они выглядят. Если вы это сделали или протестировали, ставьте свои плюсики. Плюсики идут. Еще один раз открываю вот это контекстное меню. Вы можете здесь выбрать другой фон, например, green on black. Вот так это будет выглядеть. Yellow on black. Можете поменять, например, цвет свечей и так далее. Я всегда black on white. Общие. Здесь практически у вас возможность, например, выбрать, поставить галочку и выбрать, например, там автономный график, график сверху, смещение графика и так далее, график из японских свечей, линейные графики или из американских баров. Но большинство функций, они продублированы и здесь сверху. Что мы сейчас делаем? Я могу поменять, увеличить график. Вот увеличиваю график. Он пока у меня из американских баров. Я могу перейти к свечному графику отсюда. Вот тот же самый график в свечном виде.
Конечно, могу его выбрать и в линейном виде. То есть вот, вот эти кнопки, которые у нас сверху, предоставляют нам вот эту возможность. Я могу увеличивать график, могу его уменьшать. Следующее. Вот мои таймфреймы. Минутный, пятиминутный и так далее. Я могу выбрать ту же валютную пару евро-доллар. У меня линейный график. Перейти к дневному таймфрейму. Могу к 4-часовому, к часовому и так далее. Следующее. У меня практически здесь есть мозаичный вид. Что это значит? Пока у меня всего лишь окно валютной пары евро-доллар. Я могу открыть, например, валютной пары фунт-доллар. Выбираю вот эту пару, кликаю один раз правой кнопкой мыши, чтобы у меня открылось контекстное меню. И выбираю окно график. Сразу у меня снизу открывается и вторая валютная котировка. Евро-доллар, фунт-доллар. Если я выберу вот этот мозаичный вид, вот как вот эти окна отображаются в мозаичном виде. Здесь, где окно, я могу в каскадном виде их расположить, могу горизонтально, чтобы они находились, в вертикальном виде и так далее. Я всегда предпочитаю, чтобы у меня было всего лишь одно окно. Идем дальше. Вот мой график, который я открою на дневном таймфрейме. И у меня здесь две кнопки. Первая — автопрокрутка, второе — смещение графика. Смещение графика у меня практически всегда работают. Показываю почему. Потому что если смещение графика не работает, график доходит до конца нашего окна. Если я здесь кликну, график смещается, и у меня здесь остается свободное место. Таким образом я могу анализировать график. То есть я всегда пользуюсь смещением графика. Идем дальше. Стрелками клавиатуры вы можете передвигаться по графику как и назад, так и вперед. Сейчас с целью, пожалуйста, выключите вот эту автопрокрутку и стрелками передвигайтесь назад по графику. То есть то, что я вчера делал во время третьего занятия, дошел до самого начала. Или пользуясь мышкой, вы можете нажать левую кнопку мыши, ее задержать и, передвигая ее, дойти до начала графика. Сейчас я могу анализировать график. График не движется. Но если у меня работает вот эта кнопка автопрокрутка, и, допустим, я здесь вставил некую фигуру, например, некий прямоугольник, и анализирую текущую ситуацию, если у меня работает одновременно вот эта кнопка автопрокрутка, график сразу доходит до самого начала. Почему так получается? Функция автопрокрутка работает вот следующим образом. Сразу, когда цена валютной пары евро-доллар меняется, то есть появляется новая котировка, мы доходим до начала, до самого начала. То есть если обновляется эта котировка, она обновляется каждая секунда, мы доходим до самого начала. Поэтому я не пользуюсь этой кнопкой, каждый для себя сам решает. Если вы это протестировали, ставьте свои плюсики. Надеюсь, что здесь тоже вопросов нет. Большинство из вас знают вот эти функции. Идем дальше. У меня окно фунт-доллар. Здесь я ничего не менял. Пара евро-доллар, которая у меня открыта на белом фоне. Я хочу, например, добавить некий технический индикатор. Вот они здесь, где вот эта функция. Выбираю, допустим, первый из них или самый популярный из трендовых индикаторов. Скользящая, средняя. Выбираю некую скользящую, среднюю. Вот она накладывается. Я могу добавить еще один из этих индикаторов. Например, некий осциллятор. Окей, вот снизу отображается мой осциллятор. В любое время кликаю один раз правой кнопкой мыши, то есть открываю контекстное меню. У меня список индикаторов, я могу их там поменять, например, или даже их удалить. Вот отсюда я удалил вот этот индикатор. Сейчас, чтобы на следующем графике все это заново не делать, чтобы там менять фон, добавлять индикаторы, вы можете сделать для себя некий шаблон. И именно поэтому здесь есть вот такая кнопка «Шаблоны». Сохраняю вот этот шаблон где-то на рабочем столе, например, пишу Universal. Как
какая дата сегодня, 22 января 2015 год. И вот сохраняю вот этот шаблон. Перехожу к следующему графику, чтобы все это заново не делать. Просто через шаблоны могу его загрузить на рабочем столе. Знаю, что он у меня сохраняется. Вот он. Хоп. Я просто загрузил этот шаблон. У меня очень много личных шаблонов. И это очень хорошая возможность. Если это было понятно, ставим свои плюсики. Здесь такая кнопка периоды, практически вот эти таймфреймы минутные, пятиминутные и так далее. Они здесь продублированы. Соответственно, я просто могу здесь, где вот эти горизонтальные линии, кликнуть один раз правой кнопкой мыши. В настройках могу поменять вот эти кнопки на этой панели, то есть вот эти периоды я их уберу, зато добавлю вот эту кнопку шаг за шагом. Закрыть. И вот что у меня произошло. Кнопка с периодами исчезла. Почему? Потому что она мне не нужна. Вот здесь у меня вот эти периоды на этой панели. Соответственно, у меня новая кнопка шаг за шагом. То, что я вчера делал. Помните? Или эта кнопка F12. Могу кликать здесь, и мы передвигаемся по графику шаг за шагом. Это очень хорошая такая функция, возможность, когда вы тестируете вашу стратегию на исторических данных. Доходите до самого начала и начинаете там тестировать вашу стратегию. Если это было понятно, ставим свои плюсики. Если именно по этим примерам возникли вопросы, пишем в чате. Вопросов нет. Тогда идем дальше. Давайте выучим вот эту панель. На демо-счете столько же торговых инструментов, как на реале или на реале больше. Мамошин Владимир, все один к одному. Никаких различий нет. Единственное различие то, что на демо-счете у вас деньги демонстративные, то есть демо-деньги, а на реальном счете это ваши. Реальные деньги. Никакой другой разницы нет. Конечно, если мы говорим о платформе у того же самого брокера. Машкина Анастасия пишет, можно ли еще один раз кнопку шаг за шагом? Конечно. У каждой панели, здесь у нас 4 панели, есть в самом начале вот такие горизонтальные мелкие ленточки. Кликая один раз правой кнопкой мыши, у меня открывается контекстное меню панели. Здесь есть раздел настройки. Выбираем его. Здесь практически у меня вот эти все возможные кнопки. Если у вас шаг за шагом отсутствует, вы просто должны их добавить. Выбираете шаг за шагом, включить, и они сейчас будут отображаться у вас сверху. Вот показываю. Вот сейчас у меня здесь пока отображается. Пожалуйста, сделайте это, Машкина Анастасия, и если у вас получается, ставьте свой плюсик. Так, Савченко Вадим спрашивает, где я могу посмотреть свое кредитное плечо? Знаете, давайте вспомним, если это было здесь в настройках, я уже даже... Сейчас посмотрим, где это вообще. Так, на самом деле я не вижу, где у меня отображается размер кредитного плеча. Это, скорее всего, вот этом письме. Нет, здесь. Что хочу сказать? По поводу кредитного плеча. На демо-счете, когда вы открываете демо-счет и устанавливаете кредитное плечо, вы не можете его менять. Но если у вас есть реальный счет, Верти и Виталий, кредитное плечо в личном кабинете. Вот я об этом хотел поговорить сейчас, отвечая на
Вопрос, который задал Савченко Владимир. В личном кабинете у вас отображается кредитное плечо. Вот мой личный кабинет, кредитное плечо. Сейчас увидите, отображается в личном кабинете. И вы можете его поменять, только если у вас демо, если у вас реальный торговый счет. Вот у меня есть реальные счета. У меня здесь отображается размер кредитного плеча. Да. Вот мои учебные счета. У меня практически они здесь не отображаются. То есть только здесь отображается кредитное плечо реальных счетов. Если я выберу один из этих счетов, например, карточка счета, я могу отсюда, например, поменять размер кредитного плеча. Вот оно. Могу в любое время поменять размер кредитного плеча. Так что имейте в виду, что здесь речь идет только о реальных счетах. Если открывать демо-счет через личный кабинет, то можно менять размер плеча. Нет, вы не можете поменять, поскольку я знаю, думаю, что эта функция не поменялась, вы не можете поменять размер кредитного плеча вашего демо-счета, единственного реального счета. Хорошо, возвращаемся тогда к графикам и идем дальше. Давайте сейчас выучим вот эту панель. Здесь у меня курсор. Я могу перейти и выбрать перекрестие. Вот оно. Мне лично перекрестие больше нравится. Почему? Потому что я могу выучать, например, некую часть графика. У меня справа отображается цена, снизу у меня отображается дата. Я иногда пользуюсь вот этим перекрестием. А, вот спасибо, что вы мне подсказали, Насеткин Андрей. Вид, терминал. Так, вот открываю еще один раз вид. Навигатор. Да, здесь спасибо за то, что вы мне подсказали. Вот видите, или даже я не все знал о этом торговом терминале. Если я укажу вот этот счет, у меня здесь отображается размер кредитного плеча. Огромное вам спасибо, кривую ручку, Глеб. Вот я только что у вас узнал вот эту возможность. Хорошо, идем дальше. Следующее, что хочу показать, значит, кликая два раза быстро левой кнопкой мыши, вы можете практически сместить ваш график. А сейчас я буду рисовать некие линии. Допустим, выбираю вот эту вертикальную линию, кликаю один раз левой кнопкой мыши, у меня отображается некая вертикальная линия. То же самое и с горизонтальными линиями. Могу нарисовать некую горизонтальную линию. В любое время я могу выбрать одну из этих линий и поменять параметры этих линий. Кликая два раза левой кнопкой мыши, у меня отображаются вот эти полые квадратики. Это значит, что я выбрал этот графический элемент. Сейчас открываю контекстное меню, свойства вертикальной линии. Здесь у меня широкая цветовая палитра. Могу выбрать, например, некий другой цвет. Могу поменять формат, например, вот этой линии. Могу даже поменять параметры вот этой линии, не чтобы это было в 2013 году, а чтобы линия отображалась в 2014 году, в сентябре, и, например, даже установить некое конкретное время, 5 часов 15 минут. Окей, хоп, линия поменялась. То же самое и с горизонтальными линиями. Пожалуйста, протестируйте, как можно пользоваться этими линиями. Если у вас возникает вопрос конкретно по линиям, пожалуйста, спрашивайте в чате. Если вопросов нет, ставим свои плюсики, идем дальше. Так, спасибо за ваши плюсики. Тогда идем дальше. Я, например,
могу здесь еще одну линию построить. Потом, допустим, хочу нарисовать некую трендовую линию. Кликаю здесь, где у меня трендовая линия. Но если кликну один раз левой кнопкой мыши, ничего не получается. То здесь есть такое мелкое различие. Соответственно, чтобы нарисовать трендовую линию, мне нужно кликнуть один раз левой кнопкой мыши, ее задержать. И передвигая мышь вверх или вниз, у меня появляется вот эта линия. То есть, еще один раз. Выбираем трендовую линию, кликаем один раз левой кнопкой мыши, ее задерживаем, передвигая мышь налево или направо, у меня получается вот эта трендовая линия. Протестируйте их. Получается у вас здесь? Вы пробуете? Хорошо, что хочу сказать. Если я кликну быстро два раза левой кнопкой мыши, всегда у меня отображаются вот эти пустые квадратики. Это значит, что я выбрал вот этот элемент. Вот меня спрашивает Верти Виталий, как копировать трендовую линию. Вот я, например, выбрал вот эту трендовую линию. И сейчас кнопками Ctrl плюс Z задерживаю левую кнопку мыши. Передвигая левую кнопку мыши, у меня появляется новая линия. То есть удаляю ее и еще один раз показываю. Кликаю два раза левой кнопкой мыши, чтобы я выбрал вот эту линию. Нажимаю кнопки Ctrl плюс Z. Ctrl плюс Z. Конечно, я их задерживаю. Кликаю один раз левой кнопкой мыши, ее задерживаю. Передвигаю мышь, и у меня это получается. Протестируйте. У кого-то может получаться всего лишь кликаю один раз левой кнопкой мыши и задерживаю ее. То есть вот еще один раз Ctrl плюс Z. Нет, у меня не получается. Это в зависимости от настройков вашего компьютера. У кого-то иногда только так получается. Таким образом строятся параллельные линии. Еще один раз хочу выбрать вот эту трендовую линию и кое-что показать. Если я сейчас выберу вот этот крайний левый квадратик и кликну один раз левой кнопкой мыши и задержу кнопку, могу передвинуть вот так вот эту линию. Если я наоборот выберу вот этот квадратик и кликну один раз левой кнопкой мыши, могу вот так передвигать вот эту линию. Могу ее расширять, могу ее уменьшать. То есть все, что мне... А? Хорошо. Это хорошо. А если я выберу вот этот средний квадратик и кликну один раз левой кнопкой мыши, могу передвигать вот эту линию параллельно вверх, вниз и так далее. Протестируйте. Я, например, кликаю сейчас наоборот один раз правой кнопкой мыши, то есть открываю контекстное меню, свойства трендовой линии, поменяю цвет вот этой линии, чтобы пусть она немножечко отличалась. Шаламов Никита спрашивает, покажите, как ставить правильно линии тренда. Мне бы очень хотелось, чтобы вам сейчас показать, как ставить... Как можно ставить линии тренда, но надеюсь, понимаете, что выучить, как это делать в течение 5 или 10 минут невозможно. Поэтому у нас есть такой специальный курс. В разделе обучения Форекс я собирался об этом завтра поговорить, но раз вы сейчас задали этот вопрос, давайте я вам отвечаю. В разделе обучения Форекс, здесь где курсы Форекс, выбирайте эти курсы. Есть два бесплатных курса по техническому анализу. Я о них говорил даже в понедельник. Вот они, технический анализ индикаторные методы и технический анализ графические методы. Сначала нужно этот курс посмотреть, потом вот этот. Выбираем этот курс, он идет всегда по вторникам с 13.00 по 15.00 по московскому времени. Трендовые линии и поддержки сопротивления. Во время этого курса на протяжении 2 часов, Шаламов Никита, вы увидите, как правильно строить трендовые линии, как правильно строить уровни поддержки сопротивления и где должны находиться ваши ордера на покупку и продажу. Для этого у вас 2 часа. Хорошо, я закрываю вот эту страничку, открываю свой демо-счет. Возник вопрос, пишет Усачев Глеб, если мы используем перекрестие и хотим замерить высоту свечи,
Там два параметра отображаются, что они значат, количество фигур и что еще. Давайте я это сделаю тогда. То есть выбираем, например, свечной график, немножечко его увеличиваю. И вот, например, перекрестие. Я хочу, например, измерить размер некой свечи. То есть вот, например, вот эта свеч. Кликаю один раз левой кнопкой мыши и ее повышаю вверх до самого конца. Первое, что хочу сказать, значит, вы видите, что последнее это цена, да, 1,56. Второе это количество пипсов, 156 или 160 пипсов, то есть пунктов в нашем случае 1630. То есть это 163 пипса или 1630 пунктов. А второе это количество свечей, то есть я могу, например, кликнуть, то есть выбирая перекрестие, кликнуть один раз левой кнопкой мыши, передвинуть вот это перекрестие, и на первом месте у меня отображается количество свечей. Вот до этого момента у меня 65 свечей. Если это понятно, ставим свои плюсики. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос, Усачев Глеб. Там два параметра отображаются, там три практически, там три переменные. Первое это количество свечей, второе пункты. То есть на 10 раз в МТ4 больше, чем наши пипсы. И третье это цена. Быстрая команда для вызова перекрестия. Я, если честно, не знаю. Скорее всего, есть такая. Что хочу сказать. Вам не нужно мучиться и это делать. Соответственно, я собирался это показать чуть попозже. Но давайте я сейчас покажу. Последняя панель, или та самая первая, здесь есть такая кнопка «Окно данных». Выбирая вот эту кнопку «Окно данных», вам не нужно здесь измерять некую свечь. Вы просто выбираете некую свечь, и в этом окне сейчас увидите, вся информация по этой свечке отображается. Дата, цена открытия «Open», цена закрытия «Close», минимум и максимум «Low» и «High». И даже снизу видите, что у меня там скользящая средняя, 14-периодная, находилась на уровне 1,57-9,14, да? То есть вы просто можете из этого окна посчитать количество баров в настройках, маленько Юрий. Я не знаю, что вы имеете в виду, количество баров в настройках. Не очень хорошо понимаю ваш вопрос. Давайте я все-таки открою тогда вот эти настройки. Вы мне скажите, где вы нашли вот это количество баров. Если вы имеете в виду здесь, где вот эти графики, максимальные баров истории. Если вы об этом говорите, Юрий Маленко, ставьте свой плюсик. Да, значит, здесь вы максимальные баров истории. Можете указать максимальное количество баров, в нашем случае свечей, которое вы загрузите на вашем графике. А те, которые в вашем окне, это значит, что те, которые сейчас здесь отображаются. То есть, насколько ли вы не уменьшали здесь размер вашего графика, мы знаем, что у нас в настройках, здесь где графики, максимальное количество свечей в одном окне может быть 65 тысяч. То есть, если я выберу 250 тысяч, то могу уменьшать, но сейчас у меня нет такой возможности просто. Если это было понятно, ставим свои плюсики. Я сильно сомневаюсь, что это вам когда-нибудь понадобится. Так что не думаю, что это сейчас настолько нужно. Хорошо, идем дальше. То есть я возвращаюсь к паре евро-доллар, где у меня были все вот эти линии, которые я строил. Давайте быстренько построю тогда несколько линий разных. Таких, таких. По поводу линии тренда. Выбираю вот эту линию, открываю контекстное меню. Здесь в параметрах вы можете убрать вот эту галочку луч, и тогда она останется в качестве некой такой линии. И вы тогда, выбирая один из этих квадратиков, можете уменьшать, увеличивать вот эту линию. Выбирая средний квадратик, передвигать вот эту линию. Конечно, задерживаю левую кнопку мыши. То, что я вчера делал, надеюсь, вспомните. Я именно таким образом отображал вот эти локальные максимумы и минимумы.
Допустим, вы можете рисовать, например, уровни Fibonacci. То же самое. Кликаем один раз левой кнопкой мыши и рисуем вот эти уровни. Я даже позволю себе поменять цвет. А? Я просто посмотрел, где этот Fibonacci, как стоит. Сейчас увидите. Что не дает эти уровни Fibonacci? Ну, ими пользуются технари, то есть для технического анализа есть трейдеры, которые ими пользуются. Есть такой специальный курс по этим уровням. Измеряют всякие волны, до каких приблизительно уровней может дойти, например, определенное движение. То есть если у нас вот эта волна была, например, вот я сейчас ее измеряю. Если будет коррекция, кто-то говорит, что мы можем до 38, до 50 и до 61 дойти. Я не являюсь приверженником этой теории, так что просто хочу показать, что именно вот здесь есть такая кнопка линии Fibonacci. Кликая один раз левой кнопкой мыши и задерживая ее, передвигая потом мышь, у меня вот это рисуется. Что хочу показать. Вы можете здесь некий текст, например, написать. Сейчас увидите. Поменять, например, шрифт, там все, что вам нужно. То есть писать на ваших графиках. И вдруг все, что у вас было, кто-то шаг за шагом все это удалил. Вы старались, рисовали линии тренда, и все у вас исчезло. Не надо паниковать. Почему? Есть такая хорошая возможность. Шаг за шагом всю удаленную информацию вернуть. Вам нужны всего лишь кнопки Ctrl плюс Z. Протестируйте. Нажимаете кнопку Ctrl и задерживаете ее. Кнопку Z. Шаг за шагом все, что вы удаляли, возвращается. Ctrl. Задерживаем и кнопку Z. Получается? У кого-то это может не получиться, если в Windows, то есть на вашем компьютере, в настройках, вот эти функции клавишей выключены. У вас получается здесь Ctrl плюс Z? Если даже вдруг ваше окно, которое вы рисовали, старались вдруг... А как так быстро удалять эти линии, пишет Кулишина, объясняю. Как можно шаг за шагом удалить быстро вот эти все линии? У вас несколько возможностей. Есть такая большая кнопка Backspace на вашей клавиатуре. То есть такая кнопка Backspace. Надеюсь, вы ее знаете, вот эту большую кнопку там для того, чтобы удалять всякий элемент. Вот таким образом вы можете их удалять. Есть и другая возможность. Кликая один раз правой кнопкой мыши, у вас открывается вот это контекстное меню. Здесь есть список индикаторов и список всяких графических объектов, да? Ctrl плюс B. Вот они все. Могу просто выбрать их здесь, ставя вот эти галочки, вы сейчас увидите. Отсюда даже я могу их поменять, там все вот эти настройки. И здесь просто удалить, 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 и вы их удаляете. Или даже все. Хоп, выбрал все и удалил. Видно? Вот таким образом тоже можете удалить любой графический объект. Кнопкой Ctrl плюс Z. Сейчас видно, что уже у меня все возвращается. Если вы вдруг даже ваше вот это любимое окно удалили, допустим, кто-то зашел, пользуясь вашим компьютером, удалил ваше окно. Не надо паниковать. В разделе «Файл» есть «Открыть удаленное». Самое первое в списке будет именно то самое последнее, которое вы удаляли. Протестируйте это. Удалите ваше окно. Например, вы отсюда выберете ваше окно. Кликая один раз правой кнопкой мыши или Ctrl плюс F4, вы удаляете ваше окно. Потом через «Файл», там, где написано «Открыть удаленное», выбирайте одну из этих валютных пар, и, конечно, всегда в самом верху находится последнее удаленное окно. Если вопросов нет, ставим свои плюсики, идем дальше. Через приблизительно 10 минут сделаем перерыв. После перерыва просто покажу, как можно там выставлять ордера, и мы подходим к концу сегодняшнего занятия. То есть после перерыва будем заниматься с ордерами.
Что еще могу вам здесь показать? То есть давайте я с целью удалю вот эти элементы. Мы разберемся сейчас с котировками. Допустим, кликая один раз правой кнопкой мыши, я могу здесь с целью выбрать удалить все символы. Сейчас видите, скрыть все символы. У меня остаются всего лишь две валютные пары. Это пара фунт-доллар, евро-доллар. Почему именно эти две пары? Потому что у меня такие открытые окна, да? Если я, например, закрою вот это окно фунт-доллар и сейчас выберу скрыть все символы. Так, скрыть все символы. Интересно, почему он не исчез. Давайте я сейчас с целью выбора показать все символы. Потом выберу скрыть все символы. Вот осталась только пара евро-доллар. Почему? Потому что только такое окно у меня открыто, да? Если это было видно, понятно, ставим свои плюсики, что я сейчас делаю. Я практически удалил все символы. Отсюда могу их добавить, но я с целью выберу здесь символы. Например, буду добавлять только определенные символы. Если я выберу, например, евро, австралийский доллар, кликая два раза левой кнопкой мыши, здесь желтый цвет появляется. Соответственно, это значит, что я выбрал этот символ. Вот он уже здесь отображается. Следующая пара. Могу, например, выбрать другие валюты. Рублевые, евро-рубль, доллар-рубль. Отсюда могу их, конечно, и убрать, скрыть. Могу выбрать, например, золото. Это в металлах. Серебро, золото в евро, в долларах и так далее. Вот все, что меня интересует. Все, мне это, допустим, достаточно. Сейчас я хочу навести здесь порядок, чтобы всегда, например, евро-доллар было сверху. Выбираю вот эту валютную пару, кликаю один раз правой кнопкой мыши, передвигаю ее вверх, и вот она на первом месте. Таким образом могу передвинуть любую валюту, чтобы я для себя навел некий порядок. Протестируйте, пожалуйста, если все получается, ставим свои плюсики. Так, вижу, что одни плюсики идут. То есть понимаю тогда, что все понятно. Давайте еще кое-что могу показать. Значит, здесь, где раздел файл, вид, большинство функций, они продублированы. Здесь можете не только все вот эти линии поставить, но есть и такие значки, например, стрелки, которые я вчера делал, галочки всякие, можете протестировать их. Здесь, где графики, то же самое. Бары, японские свечи, шаблоны, периоды, шаг за шагом, свойства. То есть большинство функций, они везде продублированы. Здесь, где сервис, настройки, вы можете, сейчас посмотрю, где это находится. То есть, показываю еще один раз сервис в настройках. Здесь, где сервер, отсюда можете поменять ваш пароль. То есть мы получили вот этот сложный пароль. Здесь я могу, например, его поменять. То есть вот я выбираю свой пароль. И отсюда можете его поменять. Если вот эти панели мне не нужны, здесь где вид панели инструментов, я могу убрать галочку, например, одного из этих панелей, вот он исчез. Чтобы его восстановить, вид панели инструментов, ставлю галочку, он отображается. Так, читаю ваш вопрос, а почему, к примеру, в котировках индекс S&P 500 не активен через альфа-ры, нельзя им торговать? Объясняю, отвечаю на ваш вопрос. Усачев Глеб меня спрашивает, почему некие котировки являются неактивными. Если я просто наведу курсор и выберу некую пару, вы видите, что видно ли, что здесь написано, еще один раз увидите, trade full. Видно ли, что там написано trade full, то есть идет торговля, вы можете торговать. Сейчас вы увидите, я с целью
Кликаю один раз правой кнопкой мыши, выбираю символы, возьму некий, допустим, индикатив, например, Standard & Poor's, то, что вы видели. Вот он. У меня практически тоже идет полномасштабная торговля, Trade Full. Где вы нашли этот индикатор S&P? Давайте скажите мне, он, скорее всего, в этих индикативах. Вы отсюда должны были бы его взять, сейчас я его найду. Или возьму вот этот долларовый индекс. Он отображается немножечко иным цветом. И у меня отображается Trade No. То есть это только индикатив. Вы можете пользоваться этим графиком, но наша компания не предоставляет возможность им торговать. У нас много таких инструментов, по которым вы не можете торговать. Они предоставляются только в качестве индикативов, для того, чтобы вы их исследовали. Жилинский Игорь, вопрос по счету. Деньги рубли заносятся на общий счет Альпари, а потом из этих денег я могу открывать долларовый счет и не евро, или сразу надо валюту на счет переводить, будто доллары или евро. На ваш вопрос, вы его раньше задали, я с целью его пропустил. Объясняю почему. Ваш вопрос не по сегодняшнему занятию. Да, эти вопросы я собирался завтра говорить, но давайте все-таки я отвечу на ваш вопрос, тогда сделаем 10-минутный перерыв. Вы когда откроете личный кабинет, у вас 4 лицевых счета в долларах, в евро, в рублях и в золото. Вы можете зачислять деньги, например, на ваш лицевой рублевой счет, и потом, когда вы откроете торговый счет в долларах, вам нужно будет поменять ваши рубли на доллары, потому что ваш торговый счет в долларах. Соответственно, вам нужно будет внутри компании поменять ваши рубли, которые здесь, на доллары, чтобы зачислить их на долларовый счет. Здесь есть в разделе пополнения счета и вывода средств конвертация курсов. Вот они, калькулятор комиссии, курсы конвертации. С целью сейчас открываю вот этот раздел и вам показываю курсы конвертации на сегодняшний день. Если вы меняете рубли на доллары, сейчас мы... Рубли на доллары. Вот какие курсы мы вам предлагаем. 63.26, 66.56. Если вас это устраивает, Жилинский Игорь, наши курсы конвертации, тогда вы можете, например, там менять доллары на евро и так далее. Или рубли на евро, исходя из того, какие у вас лицевые счета, где у вас деньги и на какой торговый счет будете их зачислять. Но если вам кажется, что курсы для обмена или вот эти курсы конвертации в нашей компании для вас не выгодны, тогда лучше сразу зачислять доллары, если вы будете зачислять их на ваш долларовый счет. Если это было понятно, ставим свой плюсик, Жилинский Игорь. Хорошо, вижу, что вы поставили плюсик. Тогда что мы сейчас делаем? Я оставляю вот этот график. Мы сделаем короткий перерыв и приблизительно в 20 часов 40 минут по московскому времени встречаемся снова и продолжаем финальную часть сегодняшнего занятия. Во время вот последней части мы ознакомимся с вот этими ордерами, то есть рассмотрим все вот эти тейк-профиты, открывающие, отложенные ордера и так далее. Плюсики идут, делаем перерыв. Здравствуйте, уважаемые зрители! Как я вам обещал, в 19.40 начинаем финальную часть сегодняшнего занятия. Если вы все на месте и, конечно, если вы меня видите и слышите, пожалуйста, ставьте свои плюсики в чате. Спасибо за ваш плюсик, Якубский Сергей. Понимаю, что все нормально с трансляцией. Тогда продолжаем дальше. Что я сейчас делаю? Снова открываю свой демо-счет. И давайте
Просто знаете, что я сделаю? Я удалю все вот эти элементы, чтобы они мне не мешали. Список индикаторов, удаляю вот эту скользящую среднюю. И у меня остается чистый график пары евро-доллар на дневном фрейме. То есть вот она сверху. Открываю сейчас свой терминал. То есть снизу у меня отображается мой терминал. Кликаю два раза левой кнопкой мыши, открываем раздел торговля. У меня 525 долларов, которые я зачислял при открытии демо-счета. Немножечко уменьшу вот этот терминал. И давайте сейчас сначала покажу, как открываются, как совершаются сделки, то есть как отдаются ордера брокеру. Вы можете выбрать любую пару. Кликая один раз правой кнопкой мыши, у вас открывается контекстное меню «Новый ордер» или кнопка F9. Вот оно. Окно, которое у меня появляется. Или здесь сверху, где вот эти все кнопки на этой панели, есть тоже такая кнопка «Новый ордер». Здесь я, например, могу указать объем, конечно, выбрать валютную пару, в нашем случае я открыл по паре евро-доллар, и указать объем сделки. Вот давайте я буду совершать некую очень мелкую сделку, то есть пишу 0.03 лота, например. По паре евро-доллар озвучьте мне 0.03 лота. Это сколько единиц, какой валюты я буду там покупать или продавать? 3000 долларов. Другие ответы? Пишите в чате то, что мы выучили на этой неделе. Если у меня здесь объем 0.03 лота, и у меня возможность либо продать, либо купить, 3000 евро. 3000 евро. Мы же всегда по первой валюте совершаем сделку. Это не 3000 долларов, а 3000 евро. Помните? 3000 евро. Хорошо. Я сейчас могу либо sell продать, либо купить пару евро-доллар. Что сейчас мне сделать? Я просто совершу некий такой, покажу как совершаются вот эти сделки. Это ни в коем случае не является рекомендацией для совершения сделок, уважаемые зрители, по этой позиции. То есть покупаем или продаем? Продаем. Продаем. То есть вы говорите продаем. Хорошо, кто-то пишет купить, давайте мы и так сделаем. То есть сначала купим вот одну сделку, открыл. Она у меня сразу отображается снизу. Это видно? То есть у меня было 525 долларов, сейчас с учетом вот этого убытка у меня 523, размер маржи. И свободная маржа — это когда от текущих средств мы вычитаем вот эту маржу. По той же самой валютной паре я сейчас, сначала мы продали, давайте я сейчас целю, то есть сначала мы купили, сейчас мы продаем тоже 0.03 лота sell. Сделка совершилась. И оказывается, что я не закрыл свою предыдущую позицию, у меня два встречных ордера. Это видно, что снизу у меня два встречных ордера. Один на покупку, один на продажу по паре евро-доллар. То есть оказывается, что таким путем мы нашу позицию не можем закрыть. Я должен выбрать свою позицию, кликаю один раз. А? Нет, это не локирование. Это просто открытие встречных ордеров. Хорошо, то есть я открыл вот эти ордера. Сейчас как мне их закрыть? Выбираю, например, вот этот ордер, который я хочу закрыть. Или этот, неважно. Давайте сначала закроем вот этот. Кликаю два раза левой кнопкой мыши. У меня отображается вот это окно. И здесь есть специальная кнопка закрыть. Это видно? Кликаю. Хоп, и он закрылся. У меня уже в торговле отображается всего лишь вторая позиция, потому что я ее не закрыл. Но зато в истории счета у меня уже отображается вся история сделок. То есть в этой истории вы всегда можете совершить, то есть найти все сделки, которые вы совершали. В торговле сейчас показываю. Выбирая вот эту позицию, я могу либо два раза левой кнопкой мыши кликнуть, чтобы мне отобразилось окно вот этого ордера. Видно ли, что даже здесь есть номер вот этого ордера? Я могу либо его полностью закрыть, либо часть вот этой позиции. То есть
меняю просто объем. И здесь у меня указывается, что вы закрываете всего лишь 0.01 лота. Согласны? Согласен. Окей. Хоп, у меня здесь осталось 0.02 лота. Помните, там было 0.03. Зато в истории видно, что я закрыл вот эту сделку. 0.01 лота. То же самое могу еще один раз делать. Кликаю два раза левой кнопкой мыши. Не закрывать полностью вот эту позицию, а закрыть всего лишь часть вот этой позиции. Маржа у меня сейчас 22.78. Закрывая половину, маржа уменьшается в два раза на 11.39. Окей, вот я его закрыл. В истории счета еще одна сделка. Торговля. Последнюю позицию закрываю. Закрыть. Маржа полностью уже освобождается. Свободная маржа равна моим средствам. И в истории счета вся моя практически история. Оказывается, что мы имели $525, совершили несколько сделок, заработали прибыль $1.11. Если это было видно, понятно, ставим свои плюсики. Жду ваших вопросов на эту тему. То есть, как открываются, как отдаются ордера брокеру. Читаю, аналогично можно покупать и докупить и допродать. Хусачев Глеб, нет. На самом деле, давайте я сейчас с целью открою еще одну сделку по паре евро-доллар. Допустим, вы спрашиваете о допокупке, докупить. Я купил, например, некую сделку. Открывая, например, вот этот ордер, я могу еще один раз просто докупить, как вы говорите, вот покупаю, и у меня просто открывается новая сделка, оказывается, не то, что здесь увеличивается объем моей сделки. Но поскольку я знаю, в новой платформе MT5, там немножечко по-другому, там все вот это усредняется и образуется одна общая сделка, то есть там нет встречных ордеров. Это в MT5 можете так делать. Вот я сейчас их закрываю, вот эти ордера. Вот видно, что у меня ничего уже нет. Через сколько времени брокер исполняет приказ? Так спрашивает Мухамедичин Митхат. Значит, давайте еще один раз покажу. Допустим, я выбираю некую другую валютную пару. Евро-австралийский доллар, неважно. Тут совершаю некую сделку. Кликаю. Сейчас видно, что в течение, это меньше секунды получается, да? Брокер выполнил мою сделку. Но это обычно, когда рынок более спокоен. Если рынок очень волатилен, то, что мы выучили в понедельник, то есть очень быстро движется, вы отдаете брокеру некий приказ, у него может не получиться сразу совершить ваш приказ. Понимаете, потому что цены меняются. И иногда тогда получается, что когда вы, например, отдаете приказ, кликая на buy, у вас появляется новое окно и пишет, цена очень быстро изменилась, новая цена такая-то, это называется реквота. Принимаете ли вы эту цену, понимаете? И цена может иногда очень часто меняться. То есть обычно видно, что вот это очень быстро работает, когда я отдаю приказ брокеру. Хоп, сразу сработало, да? Так, читаю дальше. Как поставить половину суммы или часть? Я не знаю, что вы имеете в виду, Савченко Вадим. Как поставить половину суммы или часть? Если вы, например, собираетесь открыть 0.1 лота и хотите, чтобы сейчас половину открыть, то есть вы собираетесь открыть 0.1 лота и вы хотите, чтобы не полностью сейчас совершить эту сделку, просто пишите размер объема, который вы сейчас готовы открыть, понимаете? И для себя знаете, ага, я открыл, например, на покупку 0.05 лота, исходя из моей стратегии, я собирался, например, там открыть 0.1 лота, то есть в будущем буду еще там какую-то сделку совершать. Хорошо, если вопросов нет, ставим свои плюсики, жду вашей реакции. То есть, если все было понятно, ставим плюсики. А и вообще большими суммами играете? Я? Знаете, что это значит большими суммами? Для кого-то, например, $500 много, для кого-то мало, это относительно. До 5 тысяч, там,
Ну, у кого как, понимаете, это зависит, сколько у вас денег. Так, идут одни плюсики. Хорошо, идем дальше. Значит, что хочу сейчас... Прибыль делится пропорционально объему, если мы закрываем часть сделки. Да, конечно, прибыль делится пропорционально объему. Пожалуйста, даже можете это протестировать. Еще отвечаю на ваш вопрос, Петров Андрей, он полностью не относится, вообще никак не относится к нашему занятию, к базовому курсу. Чем отличаются стандарты и ЦН-счета? Это никак не связано с торговым терминалом МТ-4. Пожалуйста, уважаемые зрители, задавайте ваши вопросы по направлению. Что я имею в виду? Вот страничка нашей компании. Есть такой онлайн-чат. Связывайтесь с консультантом по платформам или там по тарифам, то здесь, где общие вопросы, вот все вот эти реальные счета. Можете связаться с консультантом и задать ему вот этот вопрос. Есть у нас специальные консультанты, которые только этим занимаются, тарифами. Они вам все расскажут. Я практически ничего больше не могу вам сказать. Единственное, что могу показать, вот здесь, где торговые продукты, торговые условия. Есть такой раздел, вы можете ознакомиться с этими тарифами стандарта МТ-4 и ИЦН МТ-4. В табличном виде можете сравнить, в чем они отличаются. Если это было видно, Петров Андрей, ставьте свой плюсик. Вот разница между стандартным счетом и между ИЦНом. В этом табличном виде можете для себя их рассмотреть. Если для вас это недостаточно, звоните нашим консультантам по тарифам, и они вам все расскажут. Или пользуясь онлайн-чатом. Как отключить звук при получении новостей? Вот знаете, это очень часто практически задают мне этот вопрос. Просто я когда-то выключил и уже для себя забыл. Значит, сервис, настройки. Сейчас мы найдем, где эти уведомления находятся. Это сервис. Так, где... Все это было. Не совет, сигналы. Так. Сейчас мы это найдем. График. Это было здесь где-то в настройках. Ага, вот можете отсюда их удалить. Значит, Дударев Алексей, как отключить звук? Здесь, где вот эти события, вы можете отключить любой звук. Вот есть всякие такие, окей, тайм-аут, при подключении, при отключении платформы. Просто удаляете их и можете выбрать их, отменить и все. То есть сервис, настройки, события. Вот отсюда вы можете их настроить. Если это было видно, понятно, ставим свои плюсики. Я просто помню, что я их для себя сразу отключил, чтобы они меня не беспокоили, вот эти звуки. Окей, то есть это понятно. Идем дальше. Знаете, просто мы потихонечку, у нас время быстро летит. Что мы сейчас делаем? Я хочу просто показать, как отдаются вот эти отложенные ордера. Допустим, я рассматриваю некую валютную пару. Давайте возьмем некую такую, или неважно, там золото, например, или серебро. Вот, например, у меня золото. Я ставлю некую линию здесь поддержки или сопротивления. Снизу еще одну линию поддержки или сопротивления. И сверху еще одну линию поддержки и сопротивления. Помните, мы вчера говорили, что одну хорошую функцию до этого хочу показать. Вот справа у меня вот эта вертикальная шкала. Кликая два раза, то есть кликая один раз левой кнопкой мыши и задерживая вот эту кнопку, передвигая мышь вверх или вниз, я могу
уменьшить или увеличить, сузить вот этот график, протестировать. То есть я это с целью сделал, чтобы у меня здесь осталось свободное пространство. Помните, мы вчера говорили, что исходя из технического анализа, есть такая логика. Если мы двигались в неком диапазоне, то есть если мы двигались в неком диапазоне, при пробое мы спускаемся ровно на этаж вниз. То есть давайте измерим вот этот диапазон, который, грубо говоря, был по золоту. 1137, то есть я здесь пишу, или давайте 1180. Параметры 1180 вот этой линии. Ой. Неправильно я поступил. То есть 1100 приблизительно там 30. Напишу 1130. Вот первая линия. Потом от этой линии здесь $250. То есть 1130 получается 1385. От этой линии до этой линии у меня, грубо говоря, $250, да? Если я отсюда вычитаю $250, сколько у меня получится? 880, да? От 1130, если мы вычитаем $250, получается 880. Соответственно, давайте я уберу вот эту лишнюю линию. И вот что у нас получается. То есть действительно технический анализ иногда очень правильно работает. Мы раньше двигались в вот этом диапазоне. Вот он, вид или вставка фигуры, прямоугольник. Когда мы вышли из этого, давайте я его сделаю желтым цветом, чтобы был более приятным. Когда мы вышли из этого диапазона, спустились ровно на $250 вниз и потом здесь двигались в этом диапазоне. Это видно? Технический анализ, который мы вчера рассматривали. Допустим, сейчас мы рассматриваем некий диапазон, в нашем случае по золоту. Я с целью его нарисовал, чтобы мы протестировали вот это вчерашнее знание. И у меня к вам вопрос. Давайте мы сейчас рассматриваем такую возможность, что я подвину чуть вверх вот эту линию, что если цена сейчас развернется, спустится вниз, прикоснется к нижней части вот этого нашего диапазона, в котором мы сейчас движемся, и потом ожидая, что рано или поздно она снова пойдет вверх, вот по этой цене здесь какой приказ я должен отдать брокеру по золоту сначала? Понятно, что этот приказ уже будет отложенным, да? Это не рыночный ордер, а отложенный. Buy limit, sell limit, buy stop или sell stop. Пишите в чате. Вот по этому сценарию, если я ожидаю, что цена будет развиваться на уровне плюс-минус там $20 от уровня 800, около уровня 880. Buy limit. Buy limit. Да, это правильно, buy limit. Насеткин Андрей написал buy stop. Давайте я с целью сейчас укажу, что это $880. И выбираю, что этот ордер был buy stop'ом. Установил ордер неверный, стоп-лосс и так далее. То есть платформа не приняла мой ордер. Соответственно, это buy limit. Установить ордер, окей. Хоп, внизу он у меня отображается. Видно ли, что этот ордер является висящим или отложенным? То есть он пока еще не сработал. Он сработает только если цена дойдет до этого уровня. Следующее. Наоборот, я ожидаю по некому сценарию, что цена отсюда сделает прорыв от этого уровня и пойдет вверх. Около вот этого ключевого уровня какой приказ я должен отдать брокеру по золоту против европейской валюты? Конечно, это отложенный ордер. Buy stop. Спасибо. То есть это buy stop. Мы указываем приблизительно некий уровень, который находится на этой линии, то есть 1180. Оп, я отдал этот приказ брокеру.
У меня оказывается, что снизу уже несколько отложенных ордеров. Просто сегодня возникал такой вопрос, можно ли параллельно там отдать несколько ордеров отложенных. Да, конечно, вы можете в неограниченном количестве практически открывать такие ордера. Следующий сценарий. Допустим, я ожидаю, что цена сейчас поднимется до вот этого уровня, то есть до верхней части канала или до верхней части диапазона. Оттуда она... оттуда она развернется и пойдет вниз. То есть, вот мы сейчас находимся здесь. Я ожидаю, что цена, например, дойдет до верхней части вот этого нашего диапазона. И потом развернется и пойдет вниз. На этом уровне какой приказ отложенный я должен отдать брокеру? Пожалуйста, пишите в чате. Sell limit. Спасибо. Да, это действительно отложенный ордер. Sell limit. То есть я указываю даже этот уровень. Например, 1200 долларов. Установить ордер. Хоп. То есть это 1200 евро. И последний сценарий. Если я, например, вот очень плохо потом разберемся с этими линиями. Если я ожидаю, что наоборот цена от текущего уровня или приблизительно от этого уровня сразу пойдет вниз, сделает прорыв нижнего уровня вот этого диапазона. На этом уровне какой приказ я должен отдать брокеру? Жду ваших ответов. То есть я ожидаю, например, что цена пойдет вниз, сделает прорыв вот этого нижнего уровня и еще пойдет вниз. Sell stop. Спасибо за ваш ответ, Машкина Анастасия. Кутепов Евгений, да, это отложенный приказ sell stop по цене 880 евро за тройскую унцию. И вот у меня снизу все вот эти отложенные ордера. В любое время я могу от них отказаться. То есть выбираю один из этих ордеров, его удаляю, например, модифицировать или удалить ордер, удаляю. Я, например, поменял свое мнение по некому ордеру, могу кликаю один раз правой кнопкой мыши, выбрать модифицировать или удалить ордер, указывая другой уровень. То есть в любое время я могу указать там некий другой уровень. Вы меня спрашивали, а можно ли, например, поменять там уровни стоп-лосса и тейк-профита? Пожалуйста, вот они. Сейчас у меня не было никаких стоп-лоссов. Сейчас я могу в любое время, соответственно, их установить. Да? То есть указываю, например, некие стопы. Все. Жду ваших вопросов по ордерам. Есть ли вопросы по ордерам? Сейчас целью я уберу вот эти линии, чтобы они нам не мешали. И кое-что хочу показать. Видите ли, уважаемые зрители, у меня здесь некие такие пунктирные линии. Сейчас я просто удалю вот эти отложенные ордера, и они исчезнут. Вот этим перекрестием буду пользоваться. Вот первые линии исчезли, и вторая линия исчезла. То есть у меня сейчас нет никаких линий. А объем в открытой сделке менять нельзя, правильно. Усачев Глеб, нет, показываю. Вы, например, выбираете пару, давайте выберем пару евро-доллар. Вот пара евро-доллар. А вы, например, отдаете некий отложенный приказ, например, там sell stop на уровне или давайте sell limit на уровне 1.23, например. То есть у вас приказ sell limit отложенный со стоп-лоссом сразу устанавливаем, например, 1.25 и take profit на уровне 1.20. Вот я устанавливаю некий отложенный ордер. У меня объем 0.05. Кликаю два раза левой кнопкой мыши, вы видите, что у меня уже нет возможности поменять объем вот этого отложенного ордера. А, вы имели в виду, если уже открыта сделка? Конечно, если ваша сделка открыта, вот вам показываю, например, вы, например, там покупаете. В любое время вы можете поменять объем, то есть частично закрываете сделку. Вот убираю, например,
0.03 лот. То есть в любое время вы можете поменять объем вашей открытой сделки. То есть частично ее закрываете. То, что мы делали сегодня. Если это было понятно, ставим свои плюсики. Вот видите, сейчас цена очень быстро меняется. Чуть-чуть медленнее сработал мой ордер. Так, что хочу сказать. Вот у меня некий отложенный ордер. Все вот эти линии по этому ордеру отображают уровни вот этого приказа. У меня sell limit на этом уровне. Объем 0.05. У меня здесь sell stop loss. У меня здесь take profit. Почему я не рекомендую, чтобы вот эти линии были у вас на графиках? Потому что вы можете ошибочно уловить одну из этих линий, что-то поменять или ее передвинуть. Понимаете? И хоп, она сработает. Это не очень приятно. Вот видите ли, вы можете просто ошибочно выбрать одну из этих линий и ее передвинуть. Соответственно, здесь в разделе сервис, в настройках, сейчас там, где графики, вы можете убрать вот эту галочку. Здесь, где написано «Показывать торговые уровни». Убираем вот эту галочку, и уровни ваших отложенных ордеров или открытых исчезают с графика. Сервис, настройки, графики. Показывать торговые уровни. Вот я поставил галочку, они снова отображаются. Видно ли? Так как вы написали, Маленко Юрий, в настройках при кнопке Alt. Показываю. Кто-то этим пользуется. Да, в настройках, в разделе графики. Вы можете поставить галочку, используя клавишу Alt для перетаскивания торговых уровней. Что это значит? Что вы практически не можете сейчас их выбрать. Видно ли, что я кликаю, не могу их выбрать. Единственное, нажимаю кнопку Alt, тогда могу уже их передвигать. То есть в качестве некой защиты я могу поставить галочку там, где сервис, графики, вот эту галочку. Но все-таки мне кажется, что для новичков лучше, чтобы они вообще не отображались, чтобы вы не совершили некую такую нелепую ошибку. Мы практически подходим к концу нашего занятия. У нас там 10-15 минут, грубо говоря, до конца сегодняшнего занятия. Я жду ваших вопросов по торговому терминалу МТ4. Надеюсь, понимаете, что это вводное занятие по торговому терминалу МТ4. У нас есть более такие углубленные курсы по МТ4. Они специально для пользователя этого терминала в разделе обучения Forex. Так, в разделе обучения Forex есть курсы Forex. Сейчас хочу показать и отвечу на ваш вопрос, Жилинский Игорь. То есть здесь, где курсы Forex, есть два бесплатных курса. Спускаемся вниз. Первый из них, сейчас их найду. Вводный семинар по платформе МТ4. То есть есть такой специальный курс. Он практически идет каждый день. И во время этого курса рассматривается вводный семинар, рассматривается торговая платформа МТ4. Грубо говоря, каждый день идут курсы по торговому терминалу МТ4. Для начинающих трейдеров на протяжении 2 часов рассматривайте вот этот терминал. И есть один очень полезный курс по МТ4. Сейчас я его найду. Надеюсь, он пока еще проводится. Так, сейчас мы его найдем. Скрытые возможности торговой платформы МТ4. Этот курс ведет один из наших преподавателей, который работает в филиале раньше в Казани и в Нижнем Новгороде. Сейчас посмотрим. Да, все-таки, значит, наш преподаватель в Казани его проводит. С 12 до 13.30 по московскому времени. На следующей неделе он всегда идет, значит, по средам. Почему этот курс интересен? Он уже для более продвинутых пользователей торгового терминала МТ4. Тишков Владимир показывает всякие такие горячие клавиши, возможности скрытые. То есть всякие такие интересные возможности. Он в Казани находится. Да, но вы же можете смотреть. А? Это казанские специалисты написали. МТ4? Да.
Если честно, вот этот терминал самый популярный в мире. И действительно, российские программисты его создали. Тоже по всему миру, да, идет? Да, я говорю, он самый популярный в мире. За 2013-2014 год сейчас идет некая тенденция такая, ну, уже замедление роста там спроса на этот терминал, но все-таки он на первом месте. И, с чем связано, ну, как сказать, скорее всего, нужно, чтобы уже МТ-5, пятая версия, чтобы она действительно становилась более популярной. По моему мнению, я не знаю, я не занимаюсь маркетингом, но читал статистику, что там уже спрос на МТ-4 замедляется, то есть рост спроса. Хорошо, шаблон от профиля в чем отличается? Показываю. Так, шаблон — это когда вы сохраняете некий шаблон вашего графика. Профиль, вот они, вы можете сохранить несколько разных профилей. Почему это полезно? Допустим, на этом компьютере, на котором я сейчас работаю, работают много преподавателей. У каждого свой собственный профиль. Давайте я, например, сейчас покажу вот некий другой профиль. Я сейчас открою свой профиль и хочу, например, открыть несколько валютных пар, которые мне интересны. И здесь, например, буду... Так... И здесь буду, например, проводить некие анализы. Вот, например, я для себя что-то рисовал, некие линии и так далее. И, например, я знаю, что этим компьютером пользуются и другие преподаватели. Я сохраняю вот эти графики и создаю свой собственный профиль. Например, сохраняю профиль как препод 1, да? Окей. И вот я знаю, что у меня есть свой личный профиль, и всегда у меня вот эти графики, которые я рассматриваю, которые, например, для меня важны. Приходит другой преподаватель, он открывает, допустим, свой собственный профиль. В основном он рассматривает швейцарский франк и так далее. Чтобы ему не мешали мои окна, у него свой собственный профиль. Если это было понятно, Жилинский Игорь, ставим свой плюсик. Вот показываю вам, в чем отличие, то есть для чего это вам может пригодиться. И объясняю свою собственную ситуацию. А если честно, я на моем личном компьютере, что я сделал? У меня, например, в профилях есть профиль, например, здесь графики только, допустим, по паре евро-доллар. То есть у меня здесь weekly frame на первом графике и всякие вот такие линии, скажем, которые мне нужны только для weekly frame. Потом по той же самой паре евро-доллар на более мелком фрейме у меня другие линии. Там, допустим, на мелком фрейме я некую другую возможность рассматриваю. Да? И здесь, например, тот же самый график практически в чистом виде могу просто накласть. То есть некие уровни там Fibonacci, если, допустим, мне они нужны. И чтобы все это не было на одном и том же графике, понимаете, у меня несколько таких открытых графиков по одной и той же паре. И, соответственно, я сохраняю для себя этот профиль. Опс. Я сохраняю для себя этот профиль. Так, профиль. Сохранить профиль как валютная пара евро, американский доллар. Потом я могу открыть еще один профиль, например, здесь я буду рассматривать пару доллар-рубль. То есть у меня только графики по паре доллар-рубль. Соответственно, я сохраняю вот этот профиль как доллар-российский рубль. И вот у меня несколько профилей, каждый профиль отображает разные пары. Я, например, показываю, как я этим пользуюсь. Если это было понятно, ставим свои плюсики, жду ваших следующих вопросов. Да? Просто извиняюсь, вот индикаторы популярные, как вот их можно применять и анализировать?
Как можно пользоваться индикаторами? Там популярные индикаторы там же были. Да. Как вот можно их... Вот показываю. Я это показывал в понедельник. Еще один раз по поводу технических индикаторов возник вопрос. Какие индикаторы являются самыми популярными? Есть такой специальный курс. Да, это не относится к нашему занятию. Значит, есть такой специальный курс обучения Форекс, технический анализ, индикаторные методы. Вот здесь, где вот эти курсы, есть такой специальный курс, технический анализ, индикаторные методы. Вот здесь вы выучите вот эти самые-самые популярные. Да, осцилляторы, индикаторы, как стохастик, MACD, RSI и так далее. Эти индикаторы являются самыми популярными. И как ими пользоваться, то есть правила их построения. Есть такой специальный курс. Если вы меня конкретно спрашиваете, какими техническими индикаторами я пользуюсь, я никакими не пользуюсь, кроме скользящих средних. То есть я пользуюсь только скользящими средними, никаких других индикаторов я не пользую, но это не значит, что я поступаю правильно, у меня просто другой подход. Тиковый график зачем нужно? Вот давайте мы выберем евро-доллар, ну кому-то, например, нужно изменение цены там по тикам, то есть это не то, что секундный, минутный график, то, что мы видим, например, здесь, если на 5 минутке мы рассматриваем пару евро-доллар. Это просто любое изменение цены сразу отображается. Кому-то так больше нравится следить за изменением цены. Завтра будет рассмотрена платформа ZoloTrader. Насеткин Андрей, во время нашего курса, то есть во время 5-го занятия базового курса, платформу ZoloTrade мы не рассматриваем. То есть во время базового курса платформа ZoloTrade не рассматривается. Бэханко Юрий, а тики не учитываете в торговле? Типа объема? Нет, я не пользуюсь этими объемами тикового. Хорошего вечера. Я не пользуюсь тиковыми объемами. То есть да, здесь, например, на этом графике я могу добавить объемы. Вот они, объемы. Но это тиковые объемы. Поэтому я ими не пользуюсь. Так, я закрывал вот эту страничку и убирал вот эти объемы. Есть ли конкретные другие вопросы по сегодняшнему занятию? Насеткин Андрей, нет, мы не рассматриваем ZoloTrade. Тогда по поводу следующего занятия, то есть по поводу занятия, которое будет завтра, оно является последним занятием первой части базового курса. Что хочу добавить по поводу этого, озвучить по поводу этого занятия, что завтра занятие начинается в 19:00 по московскому времени, продолжится всего лишь 2 часа, то есть до 9 по московскому времени. Сделаем только один перерыв. Меня лично не будет. Его проведет другой преподаватель. Просто мы поменяемся с ним. А преподаватель вам расскажет о других курсах. То есть он просто откроет страничку нашей компании, то, что я делал, и расскажет вам. Интернет у меня вообще не работает. По вечерам видно, что много людей. Просто нельзя. То есть преподаватель просто вам расскажет о других курсах, которые у нас есть. И он вам покажет, как можно открыть личный кабинет, как можно оплатить платное обучение в личном кабинете и так далее. Вот как пройдет занятие завтра. И, конечно, у него будет возможность еще с вами там на протяжении 30 или 40 минут, или в течение 1 часа с вами пообщаться, чтобы вы ему задавали любые вопросы по базовому курсу. То есть это такое специальное занятие, во время которого мы отвечаем на вопросы по базовому курсу. Завтра уже ноутбук не обязательно приносить. А, нет.
Читаю ваш вопрос, Ишелинский Игорь. В МТ-4 я могу сразу рассчитать лот по своим деньгам. Машкина Анастасия, спасибо. Кутепов Андрей, огромное вам спасибо. Было интересно. Вам тоже огромное спасибо за ваше присутствие, за вашу активность в чате. Спасибо вам тоже, Усачев Глеб. Конечно, спасибо за то, что вы мне пожелали удачной торговли. Я вам тоже желаю успехов на финансовых рынках. Удачной торговли, если будете торговать. Если, конечно, не получится, то на первом месте важно, чтобы у вас были удачи в жизни. Вижу, что других вопросов нет. Тогда нам пора прощаться. Хочу подчеркнуть, что завтра меня не будет. Но имейте в виду, что эти курсы повторяются еженедельно. Если вы пропустили некую информацию сегодня или не смогли ее усвоить, подключайтесь на следующей неделе. Курс всегда начинается в понедельник и идет до конца недели. То есть у вас есть возможность еще несколько раз посмотреть этот курс. Огромное спасибо, хорошего вечера и до новых встреч. С вами был Веселин Петков, преподаватель Высшей школы трейдинга Альпари.